В императорском зале Казанского федерального университета состоялось заседание ученого совета. До начала заседания заместитель председателя ученого совета КФУ профессор Дмитрий Таюрский сообщил о введении в состав ученого совета Ленара Сафина, ректора университета, председателя ученого совета. 22 сентября Ленар Ильич Сафин официально исполняет должность ректора Казанского федерального университета. В связи с этим и в связи с тем, что устав университета у нас не меняется, мы издали соответствующие документы, и я должен сообщить, что Ленар Ильич у нас сейчас является председателем. Можем начать заседание. Повестка дня представлена на экране, поэтому я ее зачитывать не буду. Повестка заседания включала в себя 6 основных вопросов и ряд сопутствующих из блока «Разное». Членам ученого совета предстояло провести конкурсный отбор претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу и другое. Переходим к рассмотрению дел, связанных с проведением тайного голосования. Я обращаю ваше внимание, что надо голосовать, а там в ряде моментов надо вычеркивать ту или иную фамилию. Конкурсно-конституционная комиссия рассмотрела претендентов на заведование кафедрами и единогласно рекомендовала все кандидатуры к участию в выборах. На заседании ученого совета были вручены награды работникам и обучающимся Казанского федерального университета за многолетний плодотворный труд и вклад в развитие республики. В блоке «Разное» члены совета обсуждали вопросы о создании колледжа в организационной структуре Елабужского института, о создании диссертационных советов. Уважаемые коллеги, диссертационный совет – это есть с одной стороны лицо Казанского университета, и мы не можем допускать, чтобы в работе диссертационных советов были какие-то непорядки, неправильные действия. С другой стороны, диссертационный совет обязан вполне объективно со всех сторон оценить диссертационную работу. Напомним, что с 1 сентября 2017 года Казанский федеральный университет получил право создавать на своей базе советы по защите диссертаций на соискание ученых степеней, доктора и кандидата наук. Определять и изменять составы этих советов, устанавливать их полномочия, определять перечни научных специальностей и многое другое. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Александр Кузнецов, Универньюз.